Друзья рыболовы, всем огромный привет! И сегодня мы поговорим вновь о рыболовной приманке для зимней ловли. Ни для кого не секрет, то что бывает, то что ловишь рыбу зимой на мотыля, а рыба никак не клюет. А ведь, согласитесь, хочется же ее поймать, да? Чтобы домой принести, пожарить было вкусненько. Того же окушка хотя бы, либо леща. Но как бы мы ни старались подготовить мотыля, бесполезно, рыба не клюет. В этом случае вам может помочь такая вещь, как сыр. Главное, не выбирайте сыры твердых сортов, они ломаются. Иногда даже можно выбрать плавленый сыр. Некоторые виды рыб очень хорошо клюют на плавленый сыр. Но чаще всего беру обычный сыр, нарезаю его небольшими квадратиками и подцепляю к мормышке. Очень хороший и действенный способ, так как рыбе порой зимой не хватает определенных ингредиентов и ферментов. Сыр способен это заменить. Не хватает ни чешуи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.